Так. Стрим пошел. Пошел. Вот, наверное, должен был быть, по идее. Давно, наверное, ЛС не стримил. На ЛС ритейл. Есть. Начинаем. Симулятор мимика. Вот, чё упали. Громко. Наверное, меня будет не слышно, сейчас обалочка. Чё-то он дофига громко. Вот так лучше. Я наконец нашел его. Легендарный Solar Sword. Святой меч, который сверкает так и золото. Лежит в центре родника, в глубине леса. И спит до этого дня в старом сундуке с сокровищами. Спит по сей день. Красивше звучит. Это и есть фальшивый слух, который я распространил. А теперь Мимик Мэн. Ты должен залезть в сундук и стать мимиком. И атаковать героя. А он попал врасплох. Так. Приди к успеху, я подарю тебе замок, который ты так давно хочешь. Но герой будет аккуратен, поэтому позволь ему открыть сундук. Лишь немного приоткрой сундук, чтобы он увидел меч внутри. И только потом атакуй его, когда он будет охвачен своей жадностью. Идеальный план. Он пожалеет о том, что завел себе врага Дарклорда. А что об этом таком важном мече, ты спрашиваешь? Ну, господи, просто иди и найди что-нибудь сам. Понял, налажаешь, я тебя запру и выброшу в море. Так это и есть тот сундук? Похоже, там что-то есть. Неужели это... А, дерьмо. Так что ты такое положил-то в сундук? Палочку. Дешевая замануха. Постой секунду. Я принесу ключ. А если все уж идет до этого... Мимик Мэн, ты слышишь меня? Я бог мимиков, мимицель. Дарклорд. Кто это? Никогда не слышал о нем. Что важнее, Мимик Мэн, я мимицель, помогу тебе. Обязательно. Чтобы победить героя, тебе нужен Solar Sword. Чтобы получить Solar Sword. И понадобится гамбургер. Сначала найди мясо и хлеб как ингредиенты. Потом смешай в фьюжн поте и получится гамбургер. Открывай доступ к нему через вверх-вниз в своем инвентаре. Это тип тренинга. Ты говоришь, что проще, я тебе просто дам деньги, и ты купишь в городе гамбургер. Хорош упендриваться, иди работай. How to play нет, я немного поиграл, побаловался там 5 минут, так что вот. Поясню все по ходу. Такие дела. Это. Сейчас напишу в чате. Забейте меня в расписание. А то кто-нибудь придет на 3 ориентировочные часа. То кто-нибудь придет, раскукарекается, что без расписания стримит на основных каналах, и мне будет больно. Так что кому не впаду, пацаны, помогите. Продолжаем наш стрим. Вот. Мы можем... Ни хрена мы пока не можем. Короче, приходят к нам различные герои. Это я вкратце рассказываю то, что было в обучаловке, но что я скипнул. Приходят к нам герои и говорят, что хотели бы увидеть такой-то айтем. Мы этот айтем должны положить к себе
сундучок перед приходом. Тогда мы сможем одолеть героя. То есть он подается своей жадности и проигрывается, съедается. Такие дела. Вот, и мы должны собирать, обменивать айтемы. То есть там съели одного, получили траву. Траву обменяли на молоко. Молоко обменяли на еще что-то. То есть мы таким образом поедаем героев и разводим их на обменные вещами. То есть весь геймплей это фьюзинг в поте, там, который фьюзинг пот был, и обмен вещами. Весь геймплей. Приходит слайм. Слайм вообще дает все время одно и то же. Он вечно лезет в пустой сундук, потому что тупой как пень. И дает нам medical herb with broad applications. Коровка пришла. Scary looking cow. Я знаю, что я выгляжу страшным, но я вегетарианец. Почему все всегда от меня убегают? Вот, и он убежал. Приходит зебра хантер. Мне нужна просто травка на салат. И тогда у меня будет обед. Рад, что я получил. Ну, наохотил себе мясо сегодня. Жертва ушла. Я просто хочу мясо пожрать хоть иногда. Так задрал этот хлеб на каждый обед. Вот жертва ушла. Снова слайм. Съели слайм. Итак, вегетарианец. Кладем в сундук траву. Easy to get to easy. Такая няша. Scary looking cow няша. Тубает, что мне придется ее убить. Так. Трава. Херб хочет. Вот, с херб в тейсте. Delicious. Может положить мясо. Вору. Chow time. Да, для меня точно chow time. Так, молоко мне не нужно. Зебра мне с мясом нужна. Так, зебре нужна трава. Берем мясо с зебры. Идем во фьюзинг. Фьюжин не надо. Тут есть такая схема всех айтемов. Вот. Они фьюзы, те, что красными вот указано, это фьюзы. Красным указан фьюз айтем, а черными это те, которые надо обменивать. И такая огромное такое дерево айтемов. Делаем гамбургер. Ну, возвращаемся, да. О, ты сделал это. О боже, еще один. Не-не-не, боженьку убивать нельзя. Ладно, постой. Я кое-что изучил, пока тебя не было. Смотри. Ну, это заказанная по e-mail реплика, но все же. Настоящий Stellar Sword на черном рынке продается. Это означает, что тебе нужно отправиться туда немедленно. Четвертак, это мимик симулятор. Так, меня что, надеюсь, забили это? В расписании. Во, забили, пацаны, чисто. Спасибо. Тогда четвертак, иди в жопу, ты петух, не читаешь расписание. Вот. Да, четвертак, я отыгрываю сундук. Да, просто играешь мимиком. Разводишь героев. Заманиваешь, съедаешь их. Добро пожаловать. Этот чувак не выглядит так, как будто бы у него есть было бы золото. Ищите что-нибудь, не так ли? Там не for something, а for something. Чисто for, отсылка. Ага, ищешь Stellar Sword. Ну так уж получилось, что я его украл, точнее видел его раньше. Но я за бесплатно так тебе все не спалю. Как насчет бизнеса? Я слышал, что у кое-кого есть золотая пушка, вот принесешь ты мне ее, и я ее обменяю с тобой на меч. Ни за что он не получит ее без дополнительной информации. Вот, инфо будем выпытывать еще. Тем временем где-то. А вот герои, в общем-то, которые. На которых мы охотимся. Так вот, если вы что-то найдете, сообщите мне. Ну, если герой просит, то я с радостью. Понял.
Я спрашиваю своего брата, но почему ты так ищешь сильно этот Слерсворд? А, разве не очевидно? А герой должен разнести Дарклорда легендарным мечом. Но конфликты людей и монстров закончились веками назад. Так это и есть тот самый идиот, который пытается нарваться. Чувак, это тебя несет бухлом. Хоть это поделись, что ли. Но я и не бухал. И работаю на Дарклорда мимиком. Вот. И Дарклорд говорит, что он мне подарит замок свой, если я принесу ему Солярсворд. Убью героя. Вот, а герои хотят найти тоже там Солярсворд и замочить Дарклорда. Такое небольшое противостояние. А я тем временем всего лишь сраный мимик-сундук. Не упроих его перд. Во, локации. Офигеть тут локации, я просто офигею. Так. Получили траву. Так, вегетарианец нам не нужен. Зебра с мясом не нужна, а вор не нужен. Старуха. А, да, вот трудно найти лекарство, а то... О май, хир. Так, старуха готова. White Jewel. Фрост пояснил. Ну да, мимиком веселее, по фану чисто. Ага. А вот тебе нужен Red Jewel. А я... Чисто яйцо. Где же я уронил свои деньги? Ну, чувак, не могу помочь. Так, давайте бабки дадим, получим вот так. Так, идем в дерево скиллов, посмотрим, что с чем можно крафтить. Так. Вот дерево крафта наше огромное. Тут можем видеть все айтемы, которые мы когда-либо получали. Да, четвертак. Обмен одного айтема на другой, и при этом крафт. То есть вот красными стрелочками идут к крафтингу. То есть вот мясо от красной идет, и хлеб красный. Получается гамбургер. Это вот то, что можно крафтить, красные стрелки. А черные стрелки — это стрелки обмена означает. Вот. И такое дерево айтемов есть. Так, иди в жопу. А давайте посмотрим тут, кто есть. Давайте бой. Insanta gonna come soon. Man, guess I'll look for porn. What? What? Запрыгнул твой. I wanna be a full-blown witch real soon. Have to look like one too, right? Нет, хлеб и мясо я скрафтил, съел гамбургер и за счет гамбургера продвинулся по истории. Вот теперь я ищу, что мне еще нужно. Lord, give us your protection. Я не знаю, на тебе, блин, Джевел. May peace prevail in the town. Нет, Джевел не интересует. А, и все, тут три врага. Пуэлла маги, да. И сон что-нибудь? Ну вот надо что-то найти, на что? Вычурсула. Ах, джиз, а вон ходим. Why do you go in it mine? I can't believe this. Пудинг у меня нет. So bored. Maybe I will go look for an empty bottle. Как это работает, я не знаю. Так скучно, пойду найду пустую бутылку. Идеологи. Тут всего пока два врага. Вот и Blunder, Wounded Zeef. Вот, about wounds. Это вот слайм — бесконечный источник травы лечащий. Угу. Ссылка к Зельде. Но это вы прошаренные пацаны, я не шарю. Justin, here up isn't gonna cut it out. Nice.
Dungeon Red. I found this human book, but I don't understand it. So I went away. Через скелетон. The hero broke a bone or two. What should I do? I drink some milk. Так, milk у меня есть. Глаг-глаг. Вот есть. Вот, это уложили. Empty bottle for fairies. Так, empty bottle for fairies. Ща мы. Была фэри. О, oh, pretty good bottle, I like it. Блин, серьезно? Я поймал фэри в бутылку. Feels at home in bottles. Так, кто... А, раненый вор. Он жив, давай. Так. I'm saved. Ага. Delicious cheese, a favorite of Dungeon Red. Вот там скрампинс чизес. Так, мы получили книгу. А, вот, знаю куда книгу. Человеческую книгу, которую я не могу прочесть, как там говорили. Naughty boy. Nobody watching, right. О, доллары. Доллары, доллары, кто хотел доллары. Алкаш хотел доллары. О, Drunkard. I drop my cash. Монополия доллары. Доллар из монополии чисто развел. It's my lucky day. Cheap wine. Easy to get sick drinking it. Cheap wine тут больше никого не интересует, наверное. Так, я яйцо получал. Каш, так, тут чё... А чё она хочет? Хрен поймешь. Она без намеков даже как-то это. Как так? Как так? Ну да, она вслух не могла сказать, что она хочет бухла. Любимая пушка сестры сделана из золота. Can't believe you really got it. Этот чувак представляет себя гораздо больше, чем видно на первый взгляд. А, нет, нет, я сам с собой разговаривал. А, вот и меч. Как и обещал. Ага, никогда я не говорил, что я тебе продам именно Solar Sword, не так ли? Подумай об этом, смотри на это как на тест. В следующий раз, типа, рассчитывай на меня. Итак, золотой меч, который был у короля. Это и будет ключ для получения Solar Sword. Что означает? Дальше ты должен принести золотой меч. Защита в замке очень плотная, поэтому будет трудно пробраться. Но я верю, что справишься, так что давай. О, как. Все проглотил наживку. Ой, я ждал тебя. А вот что-то, что я, не знаю, стащил, наверное. Панцер. А как я это сделал? Да у меня есть связи. Тем временем где-то. Король. Правда ли это, что у тебя есть сияющий меч? Ты имеешь в виду золотой меч, который приходит с поколения в поколение королевской семьи? Нет, не тот. Ну, пока я здесь, в доказательство нашей дружбы. Тебе ведь тоже нравятся эти журналы, не так ли? Хи-хи-хи. Ты что, пытаешься высмеять меня? Не забывай. Я только тебе позволяю, типа, это, так как ты герой по крови.
родству. Такой, типа, весь из себя. Он что-то уронил. Ты хорошо справляешься, Мимикмен. Это я, твой... этот... младший... Джеко Бокс. Но, блин, этот герой, который так, типа, выставил тебя дураком. Я не такой сильный, как ты, но я буду стараться. Так что, только смотри на меня, герой. Новые жертвы. Дарк Лорд, вот. Вот этот Дарк Лорд. А, дали мне катану with Zantetskin, written on it in Sharpie. Зантецкин это из этого, по-моему, из Люпена. Я не знаю, реально есть такой меч или нет. Вот. В Люпене клинок был Зантецкин. Четвертак, вот этот Дарк Лорд. Вот. Вот это справа параж стоит. Кот обычный этот, как его? Торгаш. Так, кто у нас? Слайм. My beloved katana, give me back. Держи. Кошка, обычный торгаш. А, тиф в плаще. Ты герой, что ли? Хрен знает, какой там у тебя тиф в плаще. Мой зонтед скин. Ага. Я рис получил. Часто едят с рыбой на востоке. Так, шопинг мадам. It's unfortunate how prices have gone up lately. I wonder if it was all right. Phone is worth me. Maybe I look at it with ribbon. Wonder if you accept my chocolate sniff. Sniff, sniff, sniff. The Dragon Way, Stray Cat, мяу. Claire. The Prey Went Away, Карин, Крабред. Rule the first night's duty is to protect the peace. Rule the second, give shelter to all Stray Cats. Prey Went Away. Dancer Tanya. What to wear for my next performance? Any good questions out there? Fly, mail lady, I'm a food liberal letters once more. Have to hurry before the sun sets. Так. Всезнайка, эльф. Гамбургер. Так, теперь мясо. На тебе гамбургер. Пол. О, рибон. Useless in this game. Статус Ailment Preventing Reborn. Наверное, опять отсылка к какому-нибудь это, к какой-то другой игре. Где Reborn превентил статус Ailment. Reborn. Шоколад, так. А, шоколад, кто-то хотел шоколад. Не тут ли? Гамбургер, во. I'll just have a little, just a little bite. Палка, a branch from trend might make a good material.
Building. Так. Нужно глянуть в окно крафта, на самом деле. Палка вообще непонятно, в куда уходит. Шоколад и хлеб, вот я вижу. Шоколад идет, вижу, идет хлеб. Возможно, шоколад с хлебом может крутить так. Сейчас попробую. Скрутить шоколад с хлебом. Для этого нужно так сделать. Потом вора накормить мясом. Так, а шоколад я как получил? Я гамбургер делал, что... Так, сейчас. Гамбургер, так. Гамбургер, рибон. Рибон меняем на тебе. Шоколад, так, теперь шоколад хлеб. Рогу мясом накормить. Так, теперь идем в крафтинг. Шоколад, хлеб. Во, рогалик. С Chocolate Inside. И за стафи на время. Так, сейчас глянем, тут есть что? Да, яйцо и молоко сходятся, в принципе. Давайте пробуем. Блин, не то. Проскакал, так. Пудинг. Во, пудинг. Омлет. Четвертахнутые быдло. Так. Вот с чем-то скрестить можно палку. Уходит налево, непонятно как с чем. Рис с чем-то можно. Так, это у нас еще Golden Gun. О, Golden Gun можно было крафтить. Походу уже это. Я ее отдал, и сестры больше нет. То есть, наверное, уже не 100% у меня будет открытие. Так, ладно. Пойдем смотреть, что там к чему. Пудинг. Deep Stefan First. Так. Chocolate Coronet. Goblin Brothers. Hey, this will do right. Sweet. Real didn't match today. Maybe I need to buy a new road. Okay. Так. Funky Bread. Shaped like a crab. With many secret lovers. I can have all the sushi I want. Now I must deliver this letter without delay. Так, ладно. Урсула, Рибон. Страйкэт. Конегири Страйкэту. Кэрин Крэбред. Крэбред мы будем заманить. Твэр костюм. А где та девочка, которая... Ой, ладно. Это хотела стать волшебницей. Так, хорошо. Коту давать крэб-брэб. Котика поймали. Какая-то хот-тука лагин. The box and stayed inside. Коту с коробкой остался внутри. Эй, кити-кити, зря. So-called hates dress of unholy spirits and cuteness.
What to wear? Я. Панса. The aromatic panties of the insertania queens. Парс. Я не знаю. Или так. It's good to be young. И ушла. Круто, они еще комментируют раз на этом. Мистер Як. Come here if you ever lose anything important. Типа you want to wait. Мистер Як. Так, кстати, вот это, наверное, fishing rod рот можно сделать. Палка и вот что-то еще. Трусики, ну что-то меняются, непонятно на что. Так. Вот шапка менялась, там девка была вот на прошлом уровне, которая хотела выглядеть как волшебница, теперь ее нет. Шопинг мадам, да шляпа. Ну, тоже была тянка, которая хотела шляпу именно. Оу. Бизнес это хилхэд. Серьезно? Magic thread. Could work as fishing line. Вот. Fishing rod. Так, вроде бы. А это... А, Урсула же, вот она, а там как раз Урсула пришла. А, так. Вот, рыбка. Good boy, good. Теперь нужно приготовить рыбу. Так, а рыба. Рыба с рисом. Суши. Логично. Круто быть дневником вообще. Is this an illusion? A letter addressed to the king. I'm waiting in the forest. Так, а letter у нас заставляет это... Was there a postbox here? I'll deliver this to the king right away. New project appeared in the forest. Так, new project appeared. Или не этот forest. Или вот этот forest. О, sneaking. The you know what? Where are they? Воу, Таня с пэнтис. Король чистый угорел. Этот меч, неужели настоящий, не так ли? Как ты его? Это будет ключом к получению Соляр Сворда. Выглядит как обыкновенный ключ. Шучу, смотри сюда. А, настоящая гордость моего магазина Solar Sword. Не хотел бы я с ним расставаться, конечно. После всех проблем, которые я испытал, чтобы достать его. Но в виде твои скиллы, думаю я...
я могу обменяться что ли, на него что-то такое. Честно говоря, я очень сильно хочу золотую монету от чувака, как корову, корова шлема, вот это. Но я никак не могу к нему подобраться. Так что вот я в растерянности. Если ты добудешь для меня, я буду рад подменяться на что-нибудь. Да, у тебя есть Эльдар Сворд? Не прыгай, вампир. Так. Из золотого меча что можешь скрафтить? Из золотого меча что можешь скрафтить? Че там можно? Наверное, золотая пушка, золотая меч, вот, наверное. Волсворд и болтган какой-нибудь. Хаус из скифа. Ва! Найди рэп. Каухэл Уорер. Great, now I can go home. Оу, here it is. Клептокрау. Чё мне... А, Росфал. Сибермарс релизин, Сайфандер. Нованс раунд. Нованс раунд. Росфал. That smells good. Так, small yet light and sturdier mod. Cola drink, flame spirit. Мистер Як. Come here when my more room. Да, бармурма, дайте промахнулся. Мой биолог, собственно, при мой пот. И старт файр фест. Восстал за легендарный пот из хер. I'm not going to be in time for dinner at this time. With this ancient tome. Now I need this ancient stone. It's almost complete. Crimson Javel, once in all my side. Pot, a legendary pot. Ancient tome. Да, готов. Том Ривирин Ancient Alchemy Secrets. Gold Piece, да, вот с тем, что крафтится из, наверное, вот этого. Вот, вот такая вот схемка. То есть нужен... Snowman, Crimson Jewel и Tome. Так, тебе нужен армор. А у меня нет ключа. А как мне получить еще один ключ? У меня больше нет ключей. А ключ дает этот. Нужен. Короче. Кого развести на золотой кусок? Можно скрафтить из Crimson Jewel'а
Тома что-то, но я не смогу, потому что у меня нет второго ключа. А он здесь нужен потом. Шляпу вот можно было обменять не только на крючок, но вот еще на самом первом уровне была девочка маленькая, бегала. Просила шляпу. Хотела бы выглядеть как маг. Можно было эту ветку пройти. Но уже все потеряно. Потом шоколад можно было на что-то обменять непонятное. А кота можно было обменять не только на одежду. А, не, погоди. Ключ не нужен, так. Так, сейверс. Так, да-да. Сейчас получаем, сейчас, да. По схеме ключ не нужен. Я что-то путаю. Получаем яйцо, меняем на Росфау, сейчас. Росфал я где брал? А, сейчас вспомнил. Росфал я брал тут, по-моему. О. Армор. Так, теперь можно крафтить. Black Liquid. Кола. Охренеть. Black Liquid created via ancient arcane means. Это вообще 10 из 10. Почти как в Рароне варить корабли там, я не знаю. А, так. Кто-то хотел колу, кто-то. О. Doesn't look too refreshed. Ah, well. So bitter. Так, forever lasting flame that will burn anything to ashes. Дальше. Ему огонь нужен был. Perfect, вот я получил pot and boil ingredients into taste. А, кстати, можно проверить pot на что-нибудь можно? Нет. Pot напрямую делается. То есть... Нет, нет, нет. Тебе Legendary Pot. Legendary Pot, Little Brother will be this too. Yeah. Meanwhile, elsewhere. Неужели Solar's World и правда в подобном месте? Ну, конечно же. Но сначала насчет цены. То есть я хотел сказать, как это я могу брать и просить деньги от героя? Надо бы его увезти отсюда или вынести, хрен знает. Или все будет, в общем-то, плохо. Ой, я вспомнил, я его куда-то вон туда подальше поместил. Какая омерзительная кладовка. О, его разорвет бомбой. Hero, have it you? Напал. Mimic Man. Пытается напрыгнуть на меня, слабак. Этот сундук был мимиком? Так, что ты тут пытаешься провернуть такое? Да я понятия не имею. Ах, опять ошибка. Такими темпами, может, не стоит заглянуть еще раз. Так, gold coin, gold coin, gold coin. Gold coin можно с чем-то скрафтить. Ну вот с чем-то, да. Да.
Ладно, иду отдавать. Чё там у него? Usual coin, grave with the symbol. Ох, это качество, это мерцание, это феноменально. Медленно гони сюда. Хорошо, хорошо, я понял. Вот Solar Sword, который так сильно хотел. Я слышал, что это был святой меч, который сиял как золото. Но похоже, что это не так. Но мне вообще уже пофиг. Хив-хоу. Ну, пора мне типа это... затариваться... предметами для продажи, скажем так. Все эти теперь появятся на поле. Герой появился в лесу. Вот. Можно сохраниться и можно теперь можно убивать 100%, я так понимаю, или нельзя? Ну-ка. Если все появились, то я могу сейчас догнаться с несуществующими пропущенными вещами. Так, молоко, яйцо, например. А, кстати. Я просил прийти, когда меньше не будет. Оу, меч. We found this. Yes, мистер. Ого. Ого. Not bad. Так, 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 меч. Просто фишка в том, что в туториале вначале говорили, что если не собрать 100%, то будет разная концовка. То есть, тут два эндинга, так понимаю. А 100% собрать все это или нет? Да, пудинг. Пудинг можно взять на шляпу. О! Поэла маги, аппрентис. Can be which without this? Girl stockings, they smell oddly criminal. А, пушка. Так, куда стокинги можно сварганить? Вот кота на чем можно менять, инврику укладать. That little devil's always after the breath from my shop. What to wear for my next performance, ну-ка. They're kinda small, like a child, I guess. Lord, give us the protection. Maybe it's prevalent still. Wonder if it's also alright. Так, не то. Куда стокинги? Гамбургер, шоколад, пудинг, чокол гранет. Рилды... Не знаю, на всякий проверю. Wandering Blade. Блин, нахрен сохранился. То есть вам прости усвоил. Depend on the sweetest, but take it off myself. Во, вот этому может надо. Okay, withdrawal, занять чокнуть. Не то. О, Black Marketeer Никита. It's hard life looking for merchandise. Так. Санта. Стокинги Санта. О, good children get presents. Gift box. Feels like something is really inside. Можно gift box обменять на доллары.
Больше мне для чего не нужен. Так, давайте пока. А вот с чем тебя-то крафтить, не пойму. Flame Spirit. Куда-то он уходит вправо, вправо и все, исчезает. Ну эти бою дать, сейчас посмотрим. О, Брезен. Оу, райт. И доллары. Ну да, доллары по схеме можно увидеть, что доллары мы и так будут так за промбук и за ключа. Доллары из пацана вечно сыплются. Так, монетка с чем-то. Пистолет, наверное, с монеткой. Так, знаете что, мне кажется, вот этот вверх уходит, как раз вот сюда идет, а вот этот вниз. Вниз это вот сюда, наверное. То есть. Теоретически возможно, мне нужно вот это еще. Ладно. А, давайте спустимся на землю и посмотрим, что у нас тут попроще есть. Шоколад. Шоколад это гамбургер, рибон. Так, гамбургер, рибон, шоколад. Так. Гамбургер тут. Так, рибон получили. Теперь сюда. Нет. Так. Ты хотел рибон. А, шоколад. А теперь надо думать, кому отдать шоколад. Мы отдавали шоколад за палку. Нам это не нужно, нам нужно что-то новое. Да, пистолет сделаю, сейчас я пока по простым вещам пошел. Вот такие вот у нас есть еще. Священник просил шоколад, думаешь, так, ну-ка. А, да, было дело, священник, правда, хотел сладкое что-то. Вот, chocolate is sweet enough for me. Explosive, be careful, not to mistake it for an apple. Вот. Мы нашли explosive, теперь его можно обменять на что-то или скрафтить. Графить нам пока не с чем его. Так что давайте пробуем обменять эксплозив. Так, рэд, все не то. Вот, Legendary Pot. Воу. О, I heard there was an apple. Крутое имя у волка. Волф, который слышал, что здесь было где-то яблоко. Имя 10 из 10. Взорвали в клочья волка, короче, и сорвали. И сделали шапку из его шерсти. Воняет, говорит. I need a four quarter something or a freeze death. Ice spirit замерзнет, окей. О-ла-ла, this 4K looks perfect for me. Clear ice crystal seems to freeze the air around it. Так, кристалл. Ancient ice dragon. Oh, what delicious ice. Ice around here is so poor. A moon-shaped stone emitting dull light. Вот, moon-shaped stone можно скрафтить с тем, что получаем из кота. Кота мы получаем из крабика. Крабика мы получаем из рогалика. Рогалик мы получаем из шоколада и хлеба. Так, хлеб давайте для начала. Так, хлеб, потом шоколад. Так, шоколад. А шкат гамбургер точно еще. Нужно гамбургер сделать. Ай-яй-яй.
кота Хлебнику. Да, кота Хлебнику, это точно. Там охотился за ним. Так, теперь еще один лишний хлеб нам не мешает, там нужен будет. Меняем гамбургер на рибон, рибон на шоколад. Так, что-то все профукал. Гамбургер, гамбургер. Рибон. Так, теперь крафтим. Хлеб, шоколад. Так. Меняем на крабика. На крабика, на крабика. У кого меняли шоколадную штуку, рогалик? У гоблина, что ли? Где был гоблин, я не помню. Чё жалко, плейка не пишет ему плей, да? Там ритейл вообще скилловый парень. Ритейл слишком скилловый. Так, так, так. Ищем. А, кристалл. Get to the box stayed inside. Так. Так, 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 так. Нет, не то. Вот. Angry Cook. The dangerous knife inscribed with a world strongest. Во, world strongest. Это, кстати... Это, кстати, кое-что значит. Ну-ка. Have it, yeah. A sword now devoid of magic and great with the moon symbol. Так, 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 так. Теперь мы можем скрафтить Moon 2. Вот у нас 2 Moon видно. Lunar Sword. The true Lunar Sword. Click, yeah, shine with Moon Magic. Moon Sword можем кого-то обменять на что-то. Кто хотел Мусси Ворд? Оу, this me with my power again. Топ кек вообще. Коту монетку. Wow, watch the whiskers, not falling for the trap. Кот хитрожопый. Бомбу, да погоди, с бомбой. Мне нужно куда-то отдать Moon Sword. В первую очередь хочу отдать, точнее, вот этот, Lunar Sword, окей. То есть черная стрелка, значит, его можно обменять на что-то напрямую. Думаете, герою? Сейчас отцеплюсь тогда. Да герой, это нормальный меч вроде нужно, а не этот. Ну сейчас глянем. Как тут передвигаться так? Есть соляр сворд. Не, не то.
Герою можно дать этот меч, но игра эта закончится, мне кажется. Нам нужно собрать истинный меч, собрать там и золото, и прочего дерьма. Дишан, в твиттере я тебе сегодня не отвечу, потому что я на стриме, а игра симулятор мимика. Вот я отыгрываю сундук, мимику слева, и заманиваю героев всяких, развожу на всю фигню. Рибон, Вич, Стай, Кэт. Кэт. Я не знаю, может попробовать так. Что? Туэйр. Не знаю, так уж. Леттерс. Не то все. Коту я давал монетку, он не повелся на это. Я не знаю, на тебе меч. Пот. Legendary Pot. Яблоко. Sage Stone. Фуркот. Не знаю, меч. You wild sword, you rob me of my magic. Во, where is the lunar sword? Во. With this sword? И все, Sunshape Stone. Так, вот, Sunshape Stone можем скрестить с Holy Solar Sword. Вот, теперь истинный Solar Sword мы нашли. The True Solar Sword или Офис. The Blade Glimpse Like the Sun. Мистер Ек, он дает золотую монетку, Gold Coin. Так. Давайте из очевидного вообще попробуем собрать золотой меч, нам точно нужен будет. Так, для золотого меча... Ох, сколько же всего. Дичь, просто дичь. Короче, гамбургер и хлеб. Начнем с мелкого, с мелкого. Вот, гамбургер и хлеб у меня есть уже. Гамбургер на рибон. Так, теперь рибон на шоколад. Шоколад крафтим с хлебом. Получаем шоколад на рогалик. Так. Меняем на краба. Краба, на краба, на краба. Вот меня ловили. Пролистал. Так, идем к коту. Так, From Night Leader. Котиком заманиваем рыцаря. Получаем вайфу наряд. Сообщить, сливаем вайфу наряд, воруем трусики. А их уже меняем. У кого? У короля меняли?
Кстати, где король? Король, ты в лесу был? Чем пропал, что ли? Может, священника заманить, у него что-нибудь будет. Так, мимо, ну-ка. Может, мистер Як? А ты что скажешь? Так, ладно, священник. Нет, не хочет, только шоколад жжет. Хотел Legendary Pot Full Химик Спирит. Чё, Семён? Да, меч повару. Повару меч не нужен, я повара уже развел. На все, что можно. Повару нужен был кот. И кота я ему уже давал. А он не про это рассказывает. Dark Lord рассказывает. А вообще подсказки дает. Ему можно скормить абсолютно любой этом. То есть, чтобы ты ему не дал, так что его можно травить даже, кормить даже травой. Да, рандомный совет ему, Ханюш, понял. Какому сундуку? Чё мне себе давать её? Я сундук, ёп. Что мне теперь панцы получается не обменять на меч? Так, а пистолет? Доллары можно на бухло. Ща. Бухло монашки. Яхау, бир. Так, вот, пистолет получили. Не, все можно. Я думаю, что и меч можно. Если я золотой пистолет получил, то золотой меч, наверное, тоже. Почему бы и нет? Просто как-то в другое место, что ли, может быть, надо. Да, это очередной перевод VG Person, VG Химия. Гляньте, как получить золотой меч. Вот. У меня есть Aromatic Panties, вот эти вот. А хочу получить Royalty Gold Sword. Так,
Gold Coin и Данский лотка. Ну-ка. Нет, ган точно крафтится с чем-то другим, с мечом, наверное, уже. А вот Gold Coin, в свою очередь, скорее всего, с Flame Spirit. А это газировка. А это... Ох, сколько всего. Так, мне нужно яйцо. Яйцо петуху отдать, так, все. Сникинг уже был. Он исчез, в том-то и проблема. Короля нет больше. Король был, и теперь его нет. Я уже давал трусы королю, я получал меч, и меч давал по квесту по основному. А вот как бы мне снова получить этот меч? Такие дела. Так, пока траву на джевел. Медисин. Так, медисин на яйцо. Так, яйцо на люляки баб какой-то. Так, его рыцарю. Сжал. Так, это армор снеговику. Так, теперь. Это волшебника нужно. Книгу получил. Так, снова все по кругу. Медисин. Тебя. Тебя. Так, тебя. Потом крафтим. Это с этим Black Liquid. Black Liquid. Кола. Я не подаю колу. Держи колу. Так, теперь. Так, что ли? Melted Gold. Я расплавил доллары. A pile of melted gold could be used for gold plating. Такая схема. Короче, огнем можно расплавить абсолютно любую золотую вещь в золото. А золото, в свою очередь, можно скрафтить с... Ну-ка, может, с True Solar Sword? Так, чуть-чуть пишет. А, я письмо крафтил. Во, четвертак, точно. Король же не появлялся без письма. Ну-ка, сейчас пробую письмо, да. Наверное, вот в чате хорошо помнит. Вот я вот лох, вообще не чарю, а чатик вообще молодцы. Пацаны, ребята. Все помню чисто. Так, для этого, для письма мне. Это цепочка квестов. Для фишинг рода леска. Леска это шляпа. Шляпа это пудинг. Пудинг это молоко с яйцом. Так, ладно, возвращаемся. Яйцом. Молоко сюда. Так. Так, так. Пудинг. Так, пудинг я за шляпу отдавал. Поэла магия Апрентис, вот. Поэла магия. Нет, не ты? Нет, не ты, ей уже шляпу отдавать. Так. Это я Урсуле впарил, точно вспомнил. Вот, Урсула хотела. Пудинг. Потом шляпу девочке-волшебнице даем. Подключаем стокинги. Нет, я вру! Нет, кому-то еще нужно было... А, это шоппинг-леди обладать. Обосрался, молодца.
катану с яйца. Нет, он просит катана ни с чего, по-моему. Она по сюжету может даваться, потому что видишь, у катаны нет стрелочек, она из ниоткуда появляется. Я не помню, откуда появилась катана, вот честно. То есть как бы все связано, а вот катана из ниоткуда идет. Так, заново цикл с молоком. Сейчас все будет. Пудинг впариваем Урсуле. Получаем шляпку. Шляпку леди этой впариваем. Вот, получили леску. Так, теперь нужна палка. Палка получается за шоколад. Гамбургер, лимон, шоколад, палка. Так, понял. Гамбургер. Крафтили гамбургер и бомб. Так, гамбургер и бомб, шоколад, палка тут. Вот, теперь у меня будет, фишингрот ей впаривал вроде как за рыбу. Так, получил рыбу. А рыбу крафтить синегири. По-любому крафтить синегири. А где, блин, где я брал? А, зонтецкин я получил от кота. Не нужно думать и так. А с чем тогда золотую вот это покрытие-то? Вот у меня есть Melted Gold. Куда его пихать? Я даже не вижу. Да и как бы... Так, а бомба. Так, какую бомбу? Погодите, вы про Flame Spirit? А, взрывай все яблоко, вспомнил, которое как яблоко. Ага. Так. Где она у нас? Как вы делаете? Вот она. Точно. Она уходит в никуда. Это опять шоколад нужен. Гамбургер, лимон, шоколад, бомба. Окей. Так. Гамбургер. Меняем на рибон. Это меняем на шоколад. Проскипал. Меняем на шоколад. Так. Шоколад на бомбу мы меняли, по-моему, священника. По-моему. По-моему, Ками. Типа бог. Ну-ка, сейчас в чатике напишу.
вот это вот написано. Так. А, бомба. Бомбу крафтить предлагали. Так, ща. А, бомба. Так. Gold bomb. Can instantly explode VR mode. Дишан, я играю отыгрываю мимика. Ну как в Dark Souls есть сундуки с мимиками, вот. Вот такого мимика отыгрываю я. Ко мне приходят герои, я их нагибаю всех. Кристалл забыл, да, 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 я понял. Это дичь вообще. 98% скрафчено. А голд-бомбу у кого-то на что-то обменять. У кого-то и на что-то. Спасибо, но не нужно было. Кота. What? Retrieval of any item from any item index. Это пушка. То есть я теперь могу зайти в item index и получить, что хочу. Ну-ка, сейчас проверим. Хочу соус, допустим, да? Ой, появилось. Блин, реально. Вообще любой это могу получать теперь. Ну вот, пацаны, идем на True Ending. В DKS 2 мимики есть, да. Ну их очень мало, прям совсем единицы там. За всю игру штуки 4 мож видел. Так, так, так. Теперь нам нужно герою отдать меч. Вот, мы выходим на True Ending. 100% в этом индексе собрал. Специально ради пацанов, чисто, чтобы показать клевую концовку. The Sparkle, I finally found it. Чисто подловил. Трэп, дэммит. Mercenary, слово химия. What? Monster, where do you go? Oh, порномэг. I'll take you on. Рай. Весь отряд вырезал. Блин, вообще. Мимик 10 из 10. Ridiculous, they all wiped out. Damn it, if you haven't ambushed me. The sword is mine. И съел. Все, герои нагнули. О, мимик, you returned. Так ты прикончил героя, не так ли? А, это ли не? Это же трусики героя с его именем вышитым сбоку. Отлично, мимик. Ах да, твоя награда, замок. Не торопи меня. А возьми это. Я так трудился до этого дня. Пластик модул Dark Lord Castle 1 к 500 размером. Вот такие дела. После такого вот победы Dark Lord мемик пошел искать новую жертву. Солар Сворд исчез вместе с мимиком. И так приключенцы начали рассказывать новые легенды о охраннике меча. Вот. Все, походу. End credits. Спасибо всем следующим в любом порядке. Вот, в кои-то веки ВГ-химия перевела крутую игру. 10 из 10, пацаны. Вообще. Это должно выходить в Steam и продаваться за 300 рублей. А Bad End не знаю. Может просто загрузиться глянуть на самом деле. Много времени спустя.
Monster in a Box. Good End Number One Battle in 1000 Years. What? Playtime 1.18, item completion rate 100%. Keep playing. New game, чисто. Congratulations, 100%. Ноутбук был добавлен в item index. Proof of 100% completion victory. Note from game creators. To begin. Спасибо, что прошли, в общем-то. Ну, вам, в общем-то, понравилось ли. Так заканчивается основная игра, но... Еще остались дополнительные материалы и какие-то истории о разработке. Начало идеи. Если поместить письмо в пустой сундук в подземелье, оно может подцепить приключенцев и привести к романтике. Или поместить бомбу, и однажды оружейный магазин в городе исчезнет. И это могло бы быть весело. Пока у меня была подобная идея, я мог только придумать пару гэгов РПГшных. Так что она спала во мне как идея, в общем-то, на протяжении нескольких лет. Затем я внезапно подумал, игра, где мимик собирает айтемы, чтобы атаковать людей и монстров, это, наверное, было бы весело. И я начал яростно работать. Вот, Mail Lady Event, ивент с девушкой с этими письмами и взрывание кота-бомбы, это наследие тех первых идей. Однажды у меня был игровой концепт, я думал, мимик равно монстр, равно на стороне плохих парней. Поэтому было легко увидеть, что соперником твоим будет герой. Используй финальный айтем, чтобы убить героя и выиграть. Я подумал, что этого будет недостаточно, поэтому решил, придумал другие условия для победы. Консультируясь с другими играми, типа, и там, смотря на другие игры, я придумал... Если ты не победишь пати героя сначала, то тебя набегут и разобьют, чтобы геймовер. Так что по стелсу нужно убить всю пати, чтобы убить, оставить героя одного. И мне нравился пазл и стратегический аспект, но это было слишком трудно уместить в историю. А позднее я добавил ивент, который подразумевает, что священница и... Воин в коровьем шлеме — это части героя, пати героя. Story Direction. Почему мимик захочет победить героя вообще? Подумая о мотивах протагониста. Думая о мотивах протагониста, я продолжил собирать, в общем-то, основные решения, чтобы продолжить с легким или мрачным тоном. Я представил себе мимиков как социальных отбросов, поэтому сначала думал о более мрачных историях. Но это вообще не работало никак. В итоге это было слишком сложно все, и я решил, что дебильный тон это лучше всего будет. Чё? Crooked Man Sandman? Чё, сиквел Crooked Man, что ли, или чё, Sandman? Блин, господи, какой кошмар. Не, я Crooked Man очень далеко прошел, не в начале второго точно. Я терпел как мог, я там 3 или 4 локации прошел, не помню. Пирог, у меня сейчас переведенных игр штук 10 лежит на RPG Maker, в папочке. То есть у меня реально очень много, у меня завал игр на RPG Maker переведенных. В оригинальном концепте было качество пранков. В общем-то, было легко сделать что-нибудь смешным. С
Scrap Story 1. Вот, вначале должна быть и одна из идей его истории первоначальных. Протагонист приходит с героем в подземелье, но был предан им и проклят ловушкой сундуком. Запертый в сундуке, он живет мимиком и атакует путешественников ради мести. Я подумал, что тема мести будет хорошенькой. А монстр в сундуке — это герой, который потерял свой разум и форму. Но чтобы вернуть их, он хочет сбросить, в общем-то, с трона монстра, который оказался фальшивым героем. И в конце надо собирать некоторые айтемы, чтобы восстановить часть своей памяти. Любовь протагониста оказалась бы среди жертв. И, в общем-то, эти события вернули бы ему память. Что-то типа Вальтирия Профайла сюжета. Scrap Systems. Ну ладно. Social Making. Какой гамель тысячи. Когда что-то работает не так и ведет себя багануто, обычно... Что-то там какие-то ошибки, короче, комментируйте свой код. Не думал, что будет так трудно писать строчки. Мне было гораздо проще представлять, как мы любуем персонажей из других медий, проговаривали их. А насчет теста вам нужны другие. Вот, я сделал много изменений благодаря помощи остальных, в общем-то. Сам бы я не смог бы это. Я им благодарен всем. Engine Requirements. Хорошая концовка номер 1. 100% айтем минус победить. Хорошая концовка номер 2. Победить героя с меньше, чем 100%. Плохая концовка. Fuse Forever Flame и Bomb. Плохая концовка 2. Challenge the Hero with Solar Sword Prefusion. Minor Things. После того, как увидели концовку номер 1, нажмите Enter. Swap. Ого! Hidden Info Hot Event. What happens if you show Mimicel, Dark Lord, or Mac or some cash? Sister and Price Names. AH Alcoholic. CH Chocoholic. Razer Baptismal Names Believers. Sponsor Show. Ну да, вот заметил про уникальные ответы, там разные на этом выбрасываешь и могут отреагировать так или иначе. Все, засен за ноутбук, вот, пацаны. Ладно, давайте один еще БДН глянем там. Условия у него простые были. Так, Forever Flame и бомба. Так, сейчас. Я могу, тем более, сейчас сразу все себе вернуть. Так. Так, Forever Flame. И бомба. Бомба где? Golden Bomb. Нет. Бомба и Forever Flame. Ладно, хрен бы с ним. Все, пацаны, закончил я стрим. Всем спасибо, всем пока.